которая в демоне. Типа перебивает. Типа заставляет вас разные проклятики. А погоди, ну перебивает, в смысле, совсем перебивает и второму типа не засчитывается? Ебать, пидорас. Слушай, а во Фросте прикольно бегать. Я понял, вот. Триня нужна только пока тут на успех. Ну да. Ой, тебя. Она ложились. Накидай тогда лойки. Я не буду перебивать. Если там на успех будет рулить поезд, на успех. Если там... Поезд. Поезд. Не нужен. Я паспорт нужен. Тебе закину. Ты за КП закину? За успех. Вы все, кто хотели, заутал. Они писали где-то на этом на форуме, нет? У тебя слишком много таких предметов, у тебя есть. А, да. Я знаю, что. На, Ген. Ребят. И пост. А ну. Лойки там что-нибудь писали на форуме насчет этого? Наркас. Не смотрел? Нет. Надо написать. Собирай. Ебанутый, блядь. Голем. С клыком, блядь. Ревность на локте. Капец, не одной собой. Гена, что закончишь? ШП элементаль умирает сразу. Слышь, Ген. Чего? Кинул. Все, на. Ну, кинул ты мне пояс и этот посох. И чего? Не понял. Ну, говорю, на распыл. А, окей. Пояс даже на успех не помню. Думал, япончиков. Это ладно, я понял. Был, давай мне. Саня, я тебе не могу передать, потому что слишком много таких. Ага, кто-то фурика ШП собирает, понимаю. Пост. Дух. Чё, не прозрачно? Нифига этот луч гранобор набирает. Сейчас громкий был. 137 тысяч. Почти ваншот. Это ваншот. Весь танк. Жан, блядь, заебал. Вставай, эй, салам алейкум. Он мне, наверное, в банке лежит этот посох, но я не знаю, почему. Лежит. Луки, баньте правы. Анзера, покаянник. Вонючие роботы не восприимчивы к кровопуску. Ты чё, хотел у него жидкость в машину? Скиньте, или чё? Ну, не все роботы. Допустим, в механаре роботы нормальные. В механаре масло можно сливать. Адмирал, слышь? Ты во Фросте бегал? Да. Прикольно, да? Да. Ну, там стаки, я не понимаю. Они очень долго копятся. Ну, потом зато, если ты чуть-чуть проебешься, то ты в стаке пустые руки. Ну, выглядит прикольно.
там считай, то есть если ты дважды его нажал, то есть ты все стаки у тебя нахуй улетают, и вот там один или два стака придется, которые не успели влететь, и они докастовываются. Тупо проебываешь луч весь целиком и полностью. Сейчас бы опять ба, которого мы еще не сыграли. Я походу за сапфиром буду ходить как за поясом. А потом будешь кричать то, что всех через скинет. Да. Самое что, блядь, носову забрал, вообще никому не нужен был. Тупо ради теста взял. А на лока где нужен? Буду сосать. За сапфир? Ладно, Гена, выпадет когда-нибудь что-то. Как пояс? Когда выпадет приора не будет, либо меня. Ну, я когда теренаску выбью, я думаю, годика через полтора. Вот еще не вот. Старый. Можешь япончику. Или адмиралу, или кирсу, или. Япончику плюс один. Давайте не обосремся, пацаны. А ты начинал за босса, Ген? Я ничего не начитал. Что, Геф? Там Лёша начитал, получается. За первого. За банти второго. Это ты паров его так? Нет. У меня ваншотик. Смотрю, ты агришь, я второго давай агрить. Локи, за банти второго, пожалуйста. Давай крепись там. Зубы просили. Зубы? Каплю на рейд дай, вот это от этих взрывов, когда кастовать будет еще раз. Хан жесткий, смотри, он сейчас отразит. Отразит, да? Я да. Могу ставить. А может она отражается в натуре воровской? А нет, парень жесткий. Собу. Рефлектится, да? Ну и все. Ну а теперь будешь срать. Ну все про товары топ-1. Да это любой вар может. Он провокатор, да пиздец, а теперь следующие два мобата. Да без проблем, я попробую. Только скажите, какой именно каст, перезарядка или взрыв? Перезарядка. Окей, попробую. Она панель выставит здесь. Да, Ген, что ты хотел? Да. Я ничего не хотел. Там спросили, кому плюсовать, я сказал, япончику плюс один. Жан, блядь, заебал. Столы, столом улей. Да, она в рейде уже, чего? Варим. Аня. Да, я этого забираю, и ты его на себя берёшь. Какого? Аня, иди. Блядь. Японец стал. Пацаны, не рефлектит, блядь. Метов забыл вставить, ёбаный же. Отдай мне. Разведите. Нормально, сейчас я зарефлекчу, смотри. Надо было граундинг попробовать. Бам-бам контроль. Нет? Ой. Сейчас мобами. Ты сдох, что ли? Он хана получил.
рефлекс? Так, давай попробуем. Вот я с рефлекса увидел. Ты видел? 106 тысяч. Вот сейчас смотри, опять с рефлекчу. Смотри. Сейчас он будет приставать. Ну давай уже. Сука. Застрял, да? Боженька лоса. По одному могу убивайте. Нафиг вы хотя бы. Нормально, рефлекс, все равно стена рефлекс. Блядь, запнулся, хули его за угол за это. Мизинчиком уебался. Угу, да, он хвостом, ты видел хвост какой шершавый. Чешуинкой зацепился. Постигла кара, блядь. Кара гер. Ресать. Че, воронок нету? Да вот а, ну кстати, все эти воронки могут пока тут уйти. Потанчить будет. Вставай, салава лево. Твоё, наверное, для того, чтобы не поменьше людей сдохло. У вас хорошо вдвоём, а не танчит. Нарси-то ничего отсюда. Ну, загрут-то зато набирается, охуенно. Угу. По-моему, когда вдвоем танчили, никто вообще не умер. Не все знаю, давай проверим. Ну давай проверим. А, у кого больше все равно агро? Из вас будет. Тебя драгун? Да. Знак. Ты смотри, сколько там напулов, там протовар может начинать. Вообще налегке. Нет. Ладно, Войда напуливается. Не, ну первично это по-другому у меня. Я, естественно, себя кидаю. Да у тебя там агрос сходу с 250 нахер. Киньте на хандзеро СС. Сопро, это выпить все. Так, фрост кидай. Обновите кулак. Лапы нет. Фанзик, кулак. Ханты, наверное, да? В позициях и все. Еще 5 секунд, пожалуйста. Сопроты пьем. Смерть без сопрота 250. Чем ты слабо, Леха 1000 дает. И Леха еще 1000 накинет сверху. Нормально. Старик. Че, дай метку мне что-то. Так, так, я захожу. Здесь? Погоди, гружусь, что-то выкинул. А, ты вылетел? Окей. Ну? Ты у нас стоишь просто, только сейчас вот пропал. Сейчас хотя бы... У меня что-то все зависло, я, блядь. Захожу, захожу. Старый, у тебя просто перс говорит, хилить хочу, не могу. Так, все, я готов. Еще раз проверка. Это будет красивая победа. Че, бой сначала? Никто не бьет, пока ведут босс. Да там уже агра на воде приключился. Уже полляма агра, блядь. Еру. Ухан, пара скол. Еще один уханский.
провокатора, сори. Ты же все равно будешь пагром. Пойти на свойства. По варам кидается в царю. Сейчас можно мне закинуть. Вары, обменяйтесь вмешательствами друг на друга. Это долго и опасно. Прилетит сфера. Блять. Все сальвы слив. Это абсолютно. Есть зубы, зубами могу минус 5% игру снять. Снял бы там, ну дал бы. Я хуй знаю, но стопа не пухан пока. Если не опустится. Или шевы готовь. Ханты напыливайте поочередно. То одному, то другому. Сейчас на вою. Сальва откатилась. Ухану. Мужа дали. Сливай пухану. Все равно не бей пухан, не бей, не бей. Ну сейчас я еще подожду. Хан, пока я раскол, постакай. Войду путь. Кстати, нет, же на драгона путь. Ну шо вы готовь, если чё, драгону ещё далеко подниматься. Зара, сливай, понимаешь. Он диван слив, да? Ребаф попал. Димыч, кожа. Бля. Кидывал. Рога агро. Ну-ка, а ложный выпад скидывает, ты к не ложный. Скидывает. Он только по области. Почитай скилл. Грузки. Обой до пуль. Инвиз. ШВ. ШВ пробил. А, надо еще блок жать. А, это я уже не успел. А как нас ты блок убил? Нормально. Что, сопрота нет? Кого убил? А хуй. Ну, что-то не прохилились. Тимыч, ГЦ. Надо просто через себя чайник касть и будет. Снимите, Павш. Лёш, ты тут? На этом роботе у меня фризит пиздец на нём. Нормально? Лёш. Лёха. Да, здесь. Ну чё, поменяешь? Да. Это начислишь ИПшечку? Всё, давайте, удачи вам. Давай. Так, сейчас я это портанусь. Лёхи, мяки, 500 за Т5. Я начислю. Начисли заодно это, за босса. Ага.
За Т5, да? И бичу за Т5, да. А эти запы ушли Войдену в спек. А, забери. Нет, даже за два босса, по-моему, надо. Да. Войд, ЗС-ки круче, там желтая дырка. Ой, красная дырка. Ага. Я не шарю, я просто 277 ушел. Тебе без ГП пофиг. Я просто протупил очень сильно, забрав обе. Да, нормально. Душ менять. Перекур будет после трэша? Перед боссом. Ну, перед боссом. О, да. Вихрь отошли. Смотрите за этой хуйней. На магическом. Было больно. Не спаю. Не спаю. Блять, я халика хочу убить в деле. Вот магам хорошо, потому что они приходят в гильдию и прям сразу же Т5 собирают. Да и хули это Т5, воронки-то где брать? А он быть хорошо, им, блядь, везде будут быстро собирать. Что в ПВП, что в ПВЕ. Кому-кому? Ханту? Да. Хантом, локом, мат. Ну, кроме Фалика. Блядь, вместо Фалика есть пуха ПВПшная. Я Т5 три месяца собирал, а вы хуяк за неделю магии собирал. Патруль еще ниже иди. Я чуть ли не за одну КДС. Угу. Только, блядь, у меня они в банке месяц лежали, потому что не было. Не, я тоже что-то так помню. Забирал только потому, что никому не нужно было уже. Вихрь обжал. Амирал, ты что, сможешь сделать сообщение на весь экран, когда вот на танк кидается стан? Вот этот. Да. Бля, ты, Адмирал, херню наделал там на Синдре, когда оборожение стакается, по-моему, да? А не стакать, блядь. Это так во многих ДБ. Что-то там дудосит, не дудосит, это говно какое-то. Нет, там дудосит, там... Ничего, чё думаем? А дудосит это где было? Смотри, в обычке оно начинает предупреждать с 5 стаков. В гере, там у РДДшника, с первого стака, то есть, да. А то есть некоторые индивидуумы, которые типа отходят в сторону и давай по 5 стаков стакать всему рейду ебать. Это касалось шипы или наш рога, блядь, 24 стака нахуй выбирает. Я бы рогом еще... 24 стака. Да нормально, чё? Нормально, прохиливает. Да, зато смотришь, танку нахуй 20% всего от хила, блядь, залетает, и роги нахуй 70, заебись. Ну, кстати, в сторонке ты не бахаешь людей, если они стоят, получается, в центре. Ага. Только себе пол лица откусываешь. Ну, только себе до пол лица откусываешь. Ну, уроки а это надо хилить. А у нас танка мало, у нас рейда, да, который по каждую секунду смотри, там тикает. Смотри, уроки есть кош, если, ну, да, в КД минута. Может настакать прилично, но опять же, это нужно быть застрахованным, чтобы кто-то хотал у других. Я это, конечно, убрал по просьбам. Каждая рога так настакивает, потом вздыхает и Лёха МГ покидает. Если рога сдыхает, это значит у него КД, и он, блядь, ну по глупости это все делает. Или он наложит. КД, не имея на КД кош. А там похуй. Я, знаешь, я хочу добавить так, вот я видел, как именно на ханта выбирается снятие пух, вот точно так же, чтобы именно на рог, блядь, оставить вот это вот сообщение, чтобы только рогом оно урало, блядь, за каждый так. Собирай второго так. Вервульф меня, конечно, проклянет, но, блядь. Я ни разу не выбирал больше 9 стаков. Или под ШД, может, 11 и сразу жал кош. Амир, ты можешь просто спамить любое заклинание, и у тебя стаки не будут спадать. Я в курсе. Ну это вообще, это реально напрягает. Типа, понимаешь? Особенно в билде, когда у тебя и так мана там чуть ли не посекундно расписана. Тебе тратить какой-то спел, чтобы ее обновлять еще. Это такой гемор на самом деле. Пиздато играть за мир. Осторожно, два вихря, мы все подохнем. Обалдей, не стаки собрал, отошел, блин, стоишь, хилишься. Либо а просто ебал развернул, стоишь, хилишься. Ну, типа, надо больше хосты собрать, чтобы можно было немножко билд поменять. Тогда без проблем. А
че он у тебя там говорит, нахера Дудоси, вот это вот, когда он говорит? Нет, не Дудоси, на Синдре он говорит, завали ебало. Да, точно, а вот это про Дудоси. На Джайне, это когда, это, блядь, таинственная магия. Да, ну я там поменял, я жду. На кастеров. Я не знаю, что, вот да, для кастеров предупреждение, какое выбрать, блядь, я уже... Адмирал, если скачает твой ДБМ, я умру на первой фазе. В натуре. От всех этих ген. Мы когда услышали у него с включенным, как его в комнате, это прям в этой же комнате сбрило. Знаешь, как забавно. Ты комнату поведешь, метку на себя поставишь, и там тебе, блядь, уши будут. У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь, блядь. Да. На самом деле, галочка на мемнос — это лучшее, что есть в этом ДБМе. Просто лучшее. Блять, она настолько лучше, то что у меня она включена, но я специально звук отключил. Хорош. Адмирал, в твоем ДБМе как, что стоит? Какая озвучка на ДБМ? На ДБМ пул какая озвучка стоит? Там погнали нахуй, да? Да я не пулил его, честно. Это когда... Кто-то напуливает. Ты не обосремся. Это, блять, нехорош. Лёхим голосом прокурен. Была идея на весь ДБМ Лёхим голос записать. Ну, она еще в силе, если Лёха не против, блядь, сделаю вот прям. Че прикольно, но верелить не придется будет. Чисто по секунду расписал. 1000 гп, 2000 гп, просто сразу 3000 гп. Стаки набирается больше 5. Шестой стак возьмешь 1000 гп. Короче, сделать привязку типа за каждый вайп, то есть количество вайпов ДБМ 1 плюс за вайп 2, то есть и на каждую эту логику добавить, если переменная равна 1, 1000 гп, переменная равна 2, 2000, и так вперед, блять. А что, знаешь, что можно сделать, Адмирал? На мою первую версию этого ДБМа надо скинуть мяки. Ну, ешка. Ну, мягкие, так всегда самое новое. Я помню, мы пошли, чуть не вайпнулись в этом, когда в десятке в хэме лич затягивал. Ай, в обычке. Комнату. Там, блядь, мне через наушники было слышно, и там пиздец. Мы чуть не вайпнулись из-за этого. Там Орвышагор стоял. Кто смотрел этот, типа Гарри Поттера пародия, мультик Вингардиум Левиаса? Да, это очень, это прям топовое. Там же Татьяне, летишь к нему потихонечку, правильно? Прям как в мультике. Пёрышко. Не, он типа, там же, когда на Синдре ты вынес метку и кто-то с тобой рядом встал. Аносиса же, нихуя ты баклажан, так вот это вот 1000 гп просто пойми. Не, это не хуя ты баклажан, там есть, где этот, есть же необъяснимый, но факт, где он говорит, у них нет мозга. Это, вот эта свечка включается в том случае, если кто-то заморозил без метки другого. То есть, короче, вот мы когда шли в хэмку, и у нас кто-то не вынес метку, просто весь рейд заморозился. Так это я же был. Не просто, там друид какой-то. Да таких случаев много было. И там, короче, я был в глыбе, мне так, у них нет мозга, и ебать, я чуть нахуй не высох. Ты боёшки собираешь? Весь рейд заморозился, и ДБМ говорит, у них нет мозга. Я просто сейчас спросил, потому что на озвучке ДБМ пула то прикольное с бабой из автобуса, то типа пошел нахуй что-то. Тартой либо пиздой? Да. А вы были в Зуламане на ласте? Да. Ай, больно в ноге, блять. Да. Самое мемное еще в Санвеллах делали, это Карагер, вот там просто можно. Карагер, там, блять, да, там просто с каждого босса ты умираешь, блять. Я не знаю, ты теряешь сознание от смеха. Там просто от каждого босса самое топовое это. Я, кстати, хочу на Синдру из Карагер пару раз.
Короче, когда погибель летит... Короче, собирай боешки и делай перерыв. Язык демонов. Чё за перерыв куда видно? Ноль рак. Мисс Мирука, урак, блядь. Я вам так и скажу, что адмирал урак. Здесь в ходе валяется, вот леса прыгает. Лёха тут? Ты ещё три раза спроси его. Я вообще слышал? Не, ну мало ли, просто. Что ты хочешь? Ты же если стрим смотришь, ты же видишь. Проворонки? Вижу, как ты дамажишь, бегаешь. Да там япончик. Че, я отдаю, нет? Адмирал, там еще одна боешка, он там геразилинс. Ладно, потом... Адмирал к входу, боешка валяется. Понял, сейчас понял. Уже, походу, скоро пропадет. Да ничего тут не пропадет. У меня минут. Я там посмотрел уже, налево беги. Вы меня суманете или мне бежать? Можешь бежать. Пропала боежка, говорил же, что пропадет. Ракушка на адмирале. Тут мне он идею подают. Только что от Леха сказал. Вижу, ты не дамажишь, я в ДБМ включить на это. До срока. Где вы? И забить туда. Ниже 25к вагон. Да, особенно в Пугаредах. Я же это на форум выложил. Ты на пуле сразу, знаешь, активация. Ниже 25к вагоны. Знакомый с Урфанге. На Сарфе-то нормально будет. Заебись, ты такой Пугаред пришел 240-й, блядь. Тут тебе говорит. Ниже 25к вагоны, блядь. Ну, это на ДБМ точно ставить не стоит, потому что там и так отличная озвучка из Шрека. Так у вас снова же у меня сам был. Ну да. А кто сам был перед ДБМ, не знаешь? Ник Чела? Ритуал и этот, Турбо. Ну, это еще когда я у них был. Они все... Это больше... У них два раза больше специалистов. Не Турбойс, а Турбо Вуду там. Ну, короче, он как-то... Неправильно, Турбо. Не магистр магии, как говорится. Лёха, ты тут? Так, пока ещё перив, давайте... Все тут, нет? Лёша, ты тут? Значит, не буду. Ой, бля. Что такое? Я хотел бы ОЕшку поезд забрать на 3, хоть за ПП. Можно это сделать?
Все через меня потом. Хорошо. Блять, вот это еще сестры. Максимум. На присутствие. Перерыв закончился. Воет женек Локи. Локи тут женек и воет. Еще раз на присутствие. Женек. О, Женек тут. Мой соснодынчик. Пацаны, это будет красивая победа. Поставьте огонь. Мистер, мои да. Люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения... Лапу можно. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Святокрада Таладрада. Готовьтесь! Все. Вы справились с моими лучшими советниками. Пидорас ебучий. Раньше наберите. Мельки после коста подойдете. Можете потягаться с моим главным инженером. Сейчас сразу же к нему не подбегайте. Три секунды, бомба. Бомба. Подойдите.
Подберите лук. Убивает людей. Ша, можешь встать сам? После пух встанешь. Да, Марти, поднимешь адмирала. Ну так интересно, как я здесь умер. Они прибежали и убили. Сейчас поднимай адмирала. Шаман, вставай. Ребафы дайте по шаману. И по магам. Так, следите за Таладор. Отойдите, отойди. Наказончик, отойди, пожалуйста, вперед. Вперед пройди. Там рядом с тобой валяется. Да, только ведите его назад, в заднюю степь. 3 секунды. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять играться с 4 Вы чё куда Сангвинара привели, Вич? Сейчас ресурсичный заун. Цель. Сейчас чё-то бомбу не отлетел. Бомба 10 секунд. У кого раньше есть, подходите, телочку. Сейчас спира бомба будет, 3 секунды. Пройдите киллера, да. И какие-нибудь силы туда, и бейте телку. Бомба 5. Бомба. Орел, 3 секунды, пусть, пожалуйста. Бомба, 5 секунд. Продать телку добейте. Погодите, мелики не стоит. Девку прохил. 20 секунд. Быстро залейте, 10 секунд. Так, 25. Чё, может, ты на Феникс? Ну, это первый. Драгон Симбас. Чё, Геру дайте? Добейте Геру. Я не
Инна к вейпончику. Инна. Тоже под боссом. Фир, 3 секунды. Да нет. Контроль. Кота, кота. Корни пока туда идти. Убирай босс. Раскол, пацаны. Помогай. Да. Грызь босса. Глыба. Ну ты просто зациклонься. Не хочет контроль снимать. Лужа. Лужа. Феникс убьем. Миль отошли. Яйцо. Все в яйцо ебашут. Он лагает, походу. Оха. Под боссом лужа. Контроль 5 секунд. Феникс сейчас еще выйдет. Япончик контроль. Ого. Япончик. По норте корни дайте. Коту, Тимус. Ебать. Глыба. Бедня. Диспел япончик. Феникс собьем. Яйцо. Контроль 5 секунд. Япончика контроль, отведите босса. Сбивайте быстро. Глыба. Феникса надо уже убивать. Еле бьем, еще одна глыба. Сбили глыбу. Все, играем Феникса. И убить. Ложим. Ложим. Тимыч, подними Расторшиман. Все, он мне попас. Уже боже. Контроль 5 секунд. Зара контроль. Ну чё? Ты чё, как гонит? Пока тот поднимешь япончика. Бейте Феникса, там 30 секунд. Келя все бьём. Все бьём Келя. Активнее. Феникс. Феникс убью. Ребафы дайте престом. Все рендж набрали. Пуханы, я кричу. Норт, у тебя минуту, да, ДБР? Ага. Да, минуту. Окей. Потом кого говорить? Никого.
Рэндж нам ралли. Локи, есть у кого-то СС? Рогу похитить. Локи, если есть, дай на Драгонс. Или сейчас откатит. У меня. Лужа где-то было. Одну эту лужу под ногами не пройду. Босс лужа. Рэндж. Дал СС под Драгонс. На кого? На Драгонса. Хорошо. Падение 3 секунды. Лужа, Локи. Сейчас зетка будет. Рэндж. Там гера у некоторых из вас хотелось искать. 40 секунд. Тут лям. Поднимите Пашу. Че добить? А ты еще нет? Кстати, плащ. Погодите, там выколоть. Там плащ. Ну, сюда. Хоть что-то хорошее. Так а что, какая шея здесь падает? 27. Меткость крит. Разодышная. Да? Агильная крит РП. Мозг. А это... Тебя-то еще не ролили, да? Нет. Разраливай и говори, кому начислять.
Голова дал плащ main spec dragons, который 379 танков. Да. Перчатки вообще нахрен никому не нужны. Латыки. Войду закину. Вот это на сферы эти, да? Да, да. Это шея 277. А, это шея. Стоит также 389 кп. Да, там крит меткость, если не. РДДшная. Отдельная крит РП, силовая крит хас. Там нахуй мне с этой нужны пизды. След. А ее за офспек можно забрать, эту зеленую? Да, можно за офспек забрать. Можно. Так, ну и пончик плюру выиграл. Да, РДДшная линка. А чё, адмирал, погоди, а паладиновский грудак уже был? Нет, еще ничего нет. По мейну? Да, пончику по мейну. Так, солнце. Это Иллидари. Ну, свиток солнца. Его обычно ролили про... Ну, давайте пару. Слэш. В. Тимыч 93. Бич, ты... Бич. Это второй ролл, по-моему, его был. Первый. Только первый отображает. Почему-то я не вижу его, проню первый. Так, вот теперь грудь паладина. Сань, дай порт шатрат. Сходи я. Так, паладины. Там кто-то забыл... А, вот, вижу. Простя выиграл грудок. По мейну? Да, по мейну. А кому надо? Или на успехе? Там только на успехе нужно. Там далок, но у него 7000 нету. У меня 4 кусок на успех. Кому 4 кусок на успех? Дракона. Ну, отдай паладину. Забей, я пока все равно не буду делать. Ну, тут мейн как-никак идет. Да я пока все равно не буду делать. Так, нажал чисто проверить. Отдай паладину. Там только получается прости и далок, да? Ну, на, о, нет, на офспек я тогда отдам не паладину, тут человека ролл. Ну это уже сами там. Фанзера по роллу выигрывает. Но. Все равно открою через 3. Если они ему уступят, отдавай. Если нет, поставят прости себе. Сейчас решайте, определяйтесь, потом напишите, что решили. Да, спрашивай там всех драгонцев. Разрали вы дальше. Там кому. Так. Фанзера. Ты забираешь на офспек? Все, отдаю Фанзера на офспек. Почему не передается? Фанзера, ты из инста улетел, что ли? Да, я думал, разролили уже и улетел. Молодец. Я в Долоране тебя заберу. Только спросите, ГП снимите. И теперь магов. Ну, опять мягкий еще пить. Так, ладно, все, поехали. Дальше. Самое интересное. Через Лашор. А сначала Иллидари. Ну, давай Иллидари сначала. Фу, 4, первые 4 по роллу.